Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за инков Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. В охрану природы выхожу, чтобы натуралиста можно было покупать и... И трех послов. Извержение вулкана, у тебя клетка 7-7. Прикольно вообще. Ну, прикольно. Блин, буря прямо в корабле. Ты, Ники, а зачем ты ко мне апостола ведешь? Гуляет. Он бестолковый путешествует. Ну чё, где-нибудь я вообще могу? Походу нет. Блин, нормальный век вышел. Плохо. Простой обычный финикийский пенсионер. Отдыхает, путешествует по миру. Угу. Совершенно верно. Вот что значит хорошая крепкая экономика. Может, да, скандал да, надо да, было брать? Как знать, что бы было, если бы Карфаген не был сожжен? Блин, может 7. Еще чудо какое-то нашел. Ну все, харе надо. Ну, 370 у поляка. Надо гранты проводить. Надо выходить в расщепление ядра. Вопрос только вот эти, они вышли в компьютеры или в расщепление ядра? Ух ты, университеты плюс 4 науки, да, зашибись.
Да. Негде. Ну, наверное, можно посадить лиса. Ну. Надо меня обработать. Использовала свою веру. Все, игру использую. Культуру получаю. Да я про другое. А, про крестовый? Нет, не про крестовый. Тогда не знаю. Канада союз с Македонией заключает. Канада, не трогай носку. А то толпы апостолов пойдут к тебе. Так, 5 шпионов сделано. Что еще раз? Не трогай нас, говорю. А я, мне просто 6 послов надо было отправить, я не буду ее. Окей. Ну, 19-18 это уже более-менее размеры городов. Да, нормально. Ну, выглядит так, что я пока впереди, на втором месте поляк, на третьем ацтек. В общем-то, мне и надо на поляка нападать, и я думаю, это будет победа, если я смогу его захватить. Это надо делать. Ну, вопрос в уране. Следующим ходом узнаем. Есть уран. Смогу. У меня будут ядерки. У меня готовы подводные лодки. То есть я иду в расщепление ядра, а потом открываю дальнюю связь. Сколько у нас ходов еще? 10. Я не думаю, что он прям будет готов к ядеркам. Зато он в героическом веке, к сожалению. Я в нормальном. Не очень хорошо. Как шпионов захватывают, я не понимаю. Уран есть от дополнительных источников. Так, из каких-то дополнительных источников, интересно. Так, у ацтека. Угу. Это ничей. Это скорее польский, если он решит там. Ничей. Да. Но мне вот сюда надо поселенца вести. А, смотрите. Во где у нас.
имеется национальный парк. Этот инженер фигня, по-моему. В моем случае. Откуда вот у меня идет уран, мне просто интересно. Первое изменение климата. Может, уже не надо? А где еще театральные площади? Тут есть. Тут. Я перебрасываю. Уэшотла. Так, два хода и будем проект Манхэттен строить. А где у меня вообще... Больше всего производства. Пуска 84, 92 уэлька. Да, вантовая Ильи. Самое большое производство. Так, что у нас? В ракетостроение. Ага, поляк в ракетостроении. То есть хочет улететь куда-то. На какую-то другую планету? Тебе с нами плохо или что? Мне плохо в ядерном пепелище будет. Сот 73 науки. Вас моя наука не смущает? Смущает, а что поделать? Поляк же не выкупил за веру этого ученого. Так что все повесим на поляка. Немножко не успел.
ретроспективу надо, да и все. А что там? Кого? Алексей распилил? Да. С кем, интересно? Кто с кем будет? Кто будет пилить? Слушайте, а атомным подводным лодкам вообще, походу, не нужны никакие ресурсы? Да. Что да? Ну, слушайте. А. Ну да. Я хотел сказать, слушайте, может, не надо меня пилить? Я просто победил и все. Что же ты вам сейчас говоришь, да? Все, ребята, пока. Так, да, безъядерный бомб. А ты уже открыл уран и увидел, что у тебя его нет? Нет, я увидел, что у Халецкого он есть. А где он у меня? Он добывается, по крайней мере. Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Я не знаю, откуда он у меня добывается. Но есть поиск. И он мне показал, что его у меня нету, поэтому я не могу понять, откуда у меня идет уран. Забавно. А нет, там соревнования надо было выиграть, чтобы эти лаборатории или универы приносили уран. Ну, это Нобелевская премия. Да, это Нобелевская премия, мне это ничего не приносит. У меня просто написано, уран идет из от дополнительных источников. Но я могу предположить, конечно, что город-государство может давать, но опять же поиск показал, что... Что написано? Если от городов-государств идет, написано. Ага. Вот так и написано. Даже не знаю. Так, проект Манхэттен. Ну это, блин, я два раза, конечно, я его использую, но... Вообще у меня для чудес... О, слушайте, а что я про чудеса забыл? У меня какие-нибудь чудеса можно построить? Сиднейская оперная театра. Ты обоих ученых забрал или только на плюс 4? Я не помню, проверь. А обоих это на библиотеке и на университет? На да, библиотеке. Он забрал обоих на 2, у него плюс 6 в каждом университете. Да, это так. Видишь, канадец, как плохо воевать, когда идут эти ученые. Ну, первого я точно забирал еще до вашей войны. Он мне как-то автоматом попался. Я не помню, я не следил, но мы там готовились к войне еще ходов. Около 10, когда он не принял мою дружбу. И вообще канадец, это, конечно, все очень печально.
печально, но по-другому просто нельзя. Ты опять нападаешь? Теперь я нападаю, а не он. Ну это понятно. Я так и думал, что ты. Я этого ждал, когда увидел, что ты аэропорта построил. У меня нет алиби. Ну ты напал, когда у меня не было селитры. Да-да. Я напал. Кому дать алюминий, могу дать. Прям избыток? Да. Ох ты. Эта война так долго не продлится. Ты можешь ему дать алюминий, но я не думаю, что он успеет выйти в самолет. Ну, я понимаю, что у него 201 наука, а у тебя 350. Чувствую, если так сейчас по сапоги запролет, так и заберет. Два района в Галифаксе. Они очень хороши, но они утонут. Интересно, ядерные ракеты вообще сколько? 10 урана, да, то есть я много не построю. Может еще, может сюда все-таки еще одного посела. Сейчас надо карточку на апгрейд юнитов поставить. Ух ты, у меня минус по... По углю пошел. Может еще карточку на уголь тогда. Так. И карточку на уголь. Блин, ну тут... Шесть. Три, четыре, пять, да. Вот отсюда до Кракова долетает. Я даже сделать ничего не успеваю. Там канадцы забирают вовсю. На карте только одна наука? И я две вижу. Поляк, а ты тоже видишь в моих городах, что у меня там строится? Просто по какой-то причине я вижу, что в Кракове строится космопорт и осталось 4 хода. Ну,
ВМ, у вас уже союз третьего, нет. Третьего нет. уровня. Это только военный союз дает. Да, да. Нет, нету в Кракове нету шпиона, именно что. А разве уровень доступа секретно не показывает это все? Что строится в столице? Ну я тоже вижу, что в столице гранты, например. Наверное, из-за этого. Но из-за доступа. Я вижу и у Ацтека, и у канадцев все, что строится. Ну, у вас союз? Да. У вас секретный доступ? Фиг его знает, но я давно уже очень... Надо в дипломате постановить. Ну, наверное, да, видимо, секретный доступ дает такой бонус. Ну, второй уровень у нас. Нет, нет, доступ. Уровень доступа секретный. А, ну да. Ну вот, я про это говорю. Но я не вижу, что у него там строится, я вижу губернаторов и... Ну, наверное, он еще шпионов ко мне посылал. Ну, я ж не во все города тебе шпионов посылал. У Алька, у Амани. И канадцу, кроме того, я не посылал шпионов. И, но я все равно вижу все, что у него строится. Надо, наверное, контрразведку вот сюда посадить. Промышленная зона Уалька-Уаман. Или с... Уалька-Уаман. Ну, по идее, он эти юниты не должен видеть. Ну, каперы, подводные лодки. Ну, Краков надо захватывать, Гданьск и Калиш. A bird came down the wall. Ты тут всех... О! Пересюзеренили. Шестьсот семнадцать, 436, конечно, у меня крутая наука. Ну, по идее, две ядерки я должен начать строить. Вполне. Тут 150. Сколько у нас до конца союза? 3 хода. Ну, примерно к моменту конца союза как раз ядерки и будут. Что вообще? Живой экологию загрязняете, ужас. Ну, уран пока только у меня. Ну, я подготовился к загрязнению экологии. Леша, наверное, войска очень загрязняющая экология. Да. 1200 аж.
Success is counted. Финикийц, предложение. Тропический лес вот сюда надо. Два хода. Еще предложение. Блин, мобильные ЗРК могут избивать, кстати. Ядерки. Долго. Фанатичные проповедники канадцев. Мы умрем, но обратим вас в нашу веру. Да-да. Лучше бы ты мне свой пантеон оставил на своей территории. А то я с пантеоном в этой партии вообще промахнулся. А если утонул, то все это, да, уже? Ну, если совсем под воду клетка ушла, то все. Ну, тут чуть-чуть какого-то еще осталось, более-менее. Какой мне надо минус туризма плюс к энергии и всех проектов вот сюда давайте. Пока приплыл помогать, то уже ничего не осталось. Да, тут ничего сделать не могу. Ставлю. Следующим ходом, надеюсь,
или через вход. Не знаю, нафига я у Анаку ставил, кстати, вообще. Или особо нужный мне город. Ну, ради национального парка Уанука. Уануку. Следующим ходом заканчивается. Ну, ядерки только у меня. Просто только у меня. Стоп, а нафига я? Надо этого человекоподобного робота строить. Бомбардировщики, истребители. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Инк, что хочешь за шпиона, который науку давал? Не знаю пока. Я сбил. Нет, не сбил.
меня не сбили. Странно, должна быть еще одна ядерка. Нет? Кого мы убили? Ну, броненосца это понятно, Каравелла. А, там флот целый. Я понял. Так. 6. Окей. Жалко, что ЗРК не работает. Ну не знаю, они, по-моему, пытались сбить, может и работает. Просто тут. Не пытались, но что-то не получилось. Ну в этот раз она просто пролетела. Может, следующую собьет. Да уже не важно. Собьет ли она следующую. Почему? Тут этого достаточно. Там какой-то шанс, судя по всему, есть. Не, достаточно одного города сгоревшего. Я про это. Не повезло тебе. Ты же ничего не поделаешь. Сейчас следующим ходом проверим, собьет ли. А нет, не следующим. Не следующим, извини. У тебя там космопорт затапливает. Ага. Я что-то вроде смотрел, они не затапливались. Нет. Куда, куда, кого? Ой. Да, но она выжила. Прикинь. А это кто вообще пускает? Действительно. В смысле, кто пускает? Но это не в меня пускает. Ну, у меня слышу звуки ракет. Так это но ты... Нет, это ты типа атакуешь подлодки. И такой звук от них. А. Я точно. Ой, коллизии затопит. Как все интересно. Да?
Ink Galaxy. Я вот к чему. Ну, как бы выровнялись. Ты, наверное, хочешь сказать Ink, а Aztec? Ой, Aztec, да. Aztec так, кстати, хорошо ломанул. Так он сам все забрал с прихода. Отход города, не отход города. С алюминием. Меня алюминий утонул. То есть он не был вне моих границ, я прошел город, поставил, но не успел никого. Ты главное остановись. Да. Ну, смотрим, собьют, не собьют. Сбили, видишь? О. Еще одна. Две сбили, а ты говоришь. Да. Ну, мне самолеты, видимо, надо делать. Ты убился об город? Да-да. Ну, не знаю, этот Витя не берется, я могу Краков. Конечно. А у меня тут все равно тоже стоит. А Варшава. Ладно, тут, видимо, еще надолго. Я предлагаю сейчас закончить. Дела. Закончить совсем или... Нет, ну я бы, конечно, продолжил, конечно же. Что-то тут непонятно. Ничего. Аztec еще хочет побороться. Я думаю, без меня уже, потому что у меня тут все понятно, по городу осталось. Ну, столица-то ты занял. Ну да. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Ну сейчас ход закончим, следующий я делаю сейф. Так, где этот робот? А, надо же договориться, во сколько мы за это продолжаем. Ну кто во сколько может? Сдаться? Никак, просто выйди и все. А, ну окей. Да, ну ядерки сбиваются, слава богу. Где-то тут вот система наведения вышел. Всем пока. Вообще, поляк, я могу тебе мир предложить, потому что... Если ты будешь сбивать мои ядерки, это не так прикольно, как я думал. Ну... Зато я могу города захватить. Ты можешь мои города захватить? Ну, один захватил почти. Не, ну я могу тебе вот просто отдать. Это мой мусорный город. Я могу даже просто его передать. В общем, я сохранил. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране.
играйте в умные игры и всем пока.